хороший соперник со своим стилем, так скажем, хорошие исполнители в команде, в каждой позиции, да. Есть ребята, которые, если не играют, то и поиграли, и премьер-лиги, и могут усилить, поэтому настраивались максимально, понимали, что есть преимущество, да, у команды, искусственное поле, если честно, оставляет желать лучшего, манеж, ну и, в принципе, часовые все эти моменты. Поэтому я благодарен ребятам, они проявили мужество, характер. Первый тайм не очень нам сильно удался, почему-то мы стали подстраиваться под соперника. В перерыве сделали выводы, направили, так скажем, ребят, и уже более так начали действовать в своей манере, больше контролировать мяч, подборы. Что не получилось в первом тайме, да, начали подбирать, начали атаковать, начали создавать моменты. И индивидуальное мастерство, да, в нужный момент Макарова сработало. Также скажу, что заслуженный, заработанный пенальти в плане действий, которые мы бросим. Поэтому здесь я считаю, что закономерная победа, хотя было тяжело. Считаю, что команда очень хорошего качества. Если честно, не на своей позиции, если можно так сказать. Но тем приятнее победа и важнее. Поэтому всех наших болельщиков хочу поздравить с победой. Очень тяжелой, но очень важной. Поэтому будем готовиться. Один тур. Здесь очень надо максимально сконцентрироваться на этой игре. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо.